Сотрудники полиции поймали закладчика в Лирике в Махачкале. Ими оказались пожилой мужчина 69 лет и его 40-летняя дочь. Они занимались бесконтактным сбытом наркотических средств и сильнодействующих веществ. Задержанная ранее уже дважды привлекалась к уголовной ответственности. На этот раз она задействовала и своего пожилого отца. По данному факту возбуждено уголовное дело. Говорю, взяла, позвонил, получить вот такие адреса. Вот я ложу его вот по такому адресу положил. Я этим занимался, где-то, наверное, месяца два вот врать не буду. Обстоятельства меня вынудили, да, так. Я уже как раз таки думала, уже конец и все, вот эти. У меня свои долги были, у меня там своя судьба была. Я уже как раз таки думала, вот этот день-два и все, вот это у нас конец был. И все на этом уже.